избежание подобных инцидентов и провокаций. Мы не только оставляем прежние ограничения в силе, а и ужесточаем правила выезда за границы нашей страны. Наша главная цель – защита государства и его граждан. Для обеспечения вашей безопасности суд постановил отказать в выезде. Без права на апелляцию. Запрос на выезд за границу отклонен. До следующего рассмотрения. В выезде отказать. Запретить. Без права на обжалование. За границу. Наконец-то выбили путевку, а выехать по ней так и не разрешили. Да ну ее эту за границу. Мы лет 15 уже даже не думаем об этом. Живем как под колпаком. Всюду взгляды мерещатся. Но должен же быть какой-то способ. Они не могут с нами так все время. Страна же для народа. Да все они могут. Я уже 20 лет ничего не могу с этим сделать. А особо умных даже я не могу решить этот вопрос. В лето. Уникальная возможность отправиться в удивительное путешествие. 20 дней в океане. Наш лайнер не заходит в порты других стран, поэтому пассажирам не требуется разрешение на выезд из страны. Це був лиш сон, немає фейків, лукавих слів, чистий розум замість голів. Хто малював на екрані фільм, хто давав ролі і наносив грим, хто лише лялька, хто карабас, зрозуміти саме час. Часом виє вітер і човен на воді, ой дає.
nature. It's the first time in the history of the world man escaped from the country. Pour quitter son pays, les citoyens avaient un événement historique. Et la natation pour d'autres Три дня вплавь. Человек против природы. Это первый случай в истории, когда человек смог сбежать из закрытой страны. Три дуби у відкритому океані. Неймовірна втеча з країни, що сколихнула світ. Ну, нормально. The body of a regular man on such a situation. Це був персон екстраординарний. Три дуби у відкритому океані. Unbelievable. Ну, нормально. Це був персон екстраординарний. Три дня вплавь. Що сколихнула світ. Человек против природы. Three days by swimming, a man against swimming. First time in the history of the world when the man has been in Chino. Yes, possible. Там, де ми є.